Привет, с вами Злой Монах, и сегодня это у нас будет челлендж от Keplerians под названием «Пройти Ice Cream 2 без смертей». Ice Cream 2 без получения урона на харде. Так, ну тут все просто, тут мы просто достаем это. Кстати, кто еще ждет Ice Cream 3 на экстриме, я пытаюсь его пройти, потому что ну, реально сложно. Так, ну что тут у нас? А, вот тут надо. Я обычно не еду в гараж, я обычно еду сразу в цирк. Очень давно не играл в Ice Cream 2, но это по мне так самая одна из самых надоедливых частей. Блин, это было близко, серьезно. Так, они едут в цирк. Не получилось достать. Так. Ай, мой палец. Так, ну тут они все просто не лезут в канализацию. Ну все. Это Гладис с Чарли. И зачем-то они играют в установку вот эту. Хочет отнимать довольно много времени. И все-таки они проиграли. Проиграли. Что? Как они так победили быстро? Я хз вообще. Как они так победили быстро, я вообще не знаю. Так, ну тут они как реклама. Впервые вижу, чтобы в роликах Keplerians была реклама. Это же просто произвол какой-то. Они что, брали у этого, у Я Императора, что ли, лицензию, чтобы рекламу давать? Не смейте так делать, а то вы мне психику травмируете. Так, шестигранник. Так, ну тут они открывают все остальное. Короче, они привезли все, что надо. И даже пушку. Зачем-то. Зачем пушку, я тоже хожу. Вот точно. Чтобы рода вырубить побыстрее. Можно было просто рогатку взять. Рогатка всему голова. Кошачий корм. Им еще в кинотеатр ездить. Ставят колонну. Да, мы тебе поможем, но потом.
Это же не кино, это же просто кинотеатр. Это, ну, это...